последнее время в селекции получил распространение метод культуры тканей in vitro, то есть в стекле. Рассаду выращивают не из семян, а из кусочков ткани. Цель – массовое размножение однотипных растений, берущих начало всего лишь от одной генетически ценной особи. Так получают рассаду многих сельскохозяйственных культур. Новые. Как тут не вспомнить замечательные слова Николая Ивановича Вавилова. Селекция – это эволюция, направляемая человеком.